так. Вы спрашивали, когда дорога. Вот. Вот. Стоило только выйти. Они тут 2 месяца стоят уже. Вы спросили. Да, козел, в самом деле. Посмотри, уже первого. Мы только вышли. Сняли. Только вышли. Да вы за 2 месяца сняли. Сняли. 3 метра асфальта за 2 месяца. Оно вот, мужики работают, ты сам видишь глазами. Сколько работают? Побросали машины и ушли. Ага. Видишь, вот что было. Да, 2 месяца. Мне на пост. Это сзади снимали. Вот я встал на пост, вот оно было. Я сейчас... Варьё. Я сейчас вот исправляю. Вот оно тут было, вот. Мужики работают. Неблагодарный. Бля, ты мужика разбудил в КамАЗе. Они работают и не спят, что ты несёшь. Ну, есть ощущение, что увереннее себя чувствуешь в костюме и в галстуке. Безусловно, верно. Будто сейчас могу ему сказать. Да-да-да. Мужики, разворачивайтесь. Да, едьте подальше. Только пакет тебе надо из рук убрать. Ну да. Вот этому носильщику дай. Ага. Там документы. Ага. А вот по тротуару вот так. Нормально? Запретить самокаты и велосипеды в Москве. Километраж Москвы, знаешь? А километрож. Вот, метрож. Вот, вот смотри, едет. Разворачиваемся. Если понаблюдать, он просто ходит. Ничего не делает. Кто? Так это... Это производитель работ. Вот это, по-твоему, он сейчас что делает? Ага. Ничего не делает. Дорожное полотно, он ему сейчас насыпет кузов. А что он стоит-то под этим? Вот сейчас будет разгрузка. Под стрелой не стой. Он просто ездит туда-сюда, я из окна наблюдаю. Как наблюдаешь? Да я здесь живу. Ну едешь же, работаешь же. Не думаю, что мы главные. Я говорю, тут сколько было насыпи, убрали уже. Давай, все. Два месяца, и что, смотри, видишь, что убрали уже. Я говорю, что не в срок. Отъезжать начали, да? КамАЗ. Мы просто контролируем. Нет, без штрафов. Вот это хочет разговаривать. Кто? Это разговаривает пару штрафов. Ты КамАЗ выгнал с тобой. Да, что, ты начал фоткать, он просто поехал. Он подумал, что штраф. О, какой штраф? Мужики, не обессудь, меня сюда начальство прислало ваше. Я ему говорю, начальство просто попросило. С телефоном вот так начать фоткать, он сразу уедет. Сука, бабочка, если честно, но ты не как начальник. Вот Саня как начальник. Начальник просто округа. Как будто это его, вот этот господряд, это вот его, он выполняет вот это все. Если бы не прическа еще, которая меня палит. Ты седой, мудрый. Давай. Молодцы, мужики. Все идет, работа движется. И пакет мне, и палку мне, сука. А чё? Возьмите шот. Агрессивно перехватил палку. У кореша на ручках так хорошо. О, отправляешься. О, мили-мили. В страну Тили-мили Трянди. Мили-мили. Ты в курсе, где все милые находятся? Где? В Тили-мили Трянди. Угу. Я оттуда. Это под Электросталем. Направо. Направо? А переходный переход для кого мы красили? Вот сразу видно, вот он. Чего? Ты депутаты в этом районе или я? А чё? Где свет? Пример гражданам будет. Где свет? Бля. Это что? Я сейчас позвоню этому. Звони! Сейчас позвоню. Министру этой. Световых дел. Да. Геннадий Валерьевич, спишь или что? Почему у нас фара не работает. Свет не работает на дороге. Улица. Ёпты. Марина Роща. Марина Роща, блядь. Центр почти. 24 дробь. Так вот же, Геннадий. Блядь. Чё свет не... Всем. Чё света нет? Ёпта. Света, да, чё-то вообще... А Валерий Геннадьевич, где блядь. Свет? Звоним, разбираемся, чтоб включили. Тень! А ну скажи ему. Алло. Эй. Алло. Да. А чё, даже... Свет. Даже гудка нету. Так я уже... Он уже говорит, он слышит. Алло. Свет. Свет нужен, свет нужен. Свет дайте на вторую Марину Рощу. Проходите, проходите. Мы подсвечиваем, чтобы видно хоть что-то было. Люди идут. Ну, давай, свету нет.
Пойдемте. Пойдем. Пока Валерий Геннадьевич. Ну, под ноги ты смотри, чтобы, блядь. Да мы тут так еб***ь уже. Я в прорыв, я спотыкаюсь, падаю. Ёпты. Ну, у нас люди, вот как рассказывали наши старые классики, вот они на самом деле вот идущий путь он ищет. Да. Ну, препятствие он находит, понимаешь? Вы идущий к реке? Да. Я тоже такой же, как и вы, может быть. Мы просто здесь начальство послало, чтобы проверить, как работает. Вот. Вот что он встал? 2 месяца стоят. Вот это что встало тут? А? Вот так. Скосить стоит. Его надо на. Вот человек идет, да? Вот. Ох, блин. Он должен фонарь быть. Фонарь. Он должен светить, а не просто стоять. Фонаря нету. Да. Ебать, может, блядь. Лампочки повыкручивали или что? Не, лампочки-то есть там. Они должны закручиваться. Этот залазит специальный инструмент у него, специально по столбу залазит. И поджигает там керосиновые. Ну, у нас на это люди специальные есть. Я сейчас не полезу. Вот. Звони министру энергетики. Пусть поднимается и спит. Как звать вас? Мне Павел. 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 Валерий Геннадьевич, тут Павел говорит, что без света нет. Павел. На второй. Алексей. Алексей. Легко. Очень приятно. Данил Гаврилович. Данил. Горил Гаврилович. Очень приятно. Гаврил Гаврилович. Ну, Паша говорит, что света так и не дали. Вот. Он из-за тьмы падает у него. Паша, клаустрофобия. Павел, а по батьке как? Александр. Павел Александрович. Павел Александрович говорит, у него клаустрофобия. Он в темноте плохо ориентируется. Приборы не работают уже. Вы когда свет проведете? Лех, ну, поговори с ним. Сейчас поговорю. Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич. Мосты тут пиздец. Строю, развязки вот эти вот. Получается, под лэп, электростанцию. Твою, вон, Паша. Вот. О, Паша. Паша, не упади, Паша. Паша, не падай. А ну, с местным жителем. И в газету. Что? Мы народные, мы общаемся с людьми. Давай, Паш, добрый путь. Паш, ты туда шел. Путь на свет. Вот туда. Вам тоже. Паша, не на дорогу только. Вот на свет. Путь дорога. Куда в кусты? Куда он путь держит, интересно? Он очень уверенно идет. Чуть шатает, но идет. Как ты ему телефон дал поговорить? Алло. Алло. Гудков нет. Свет включите. 5к ему. Какие 5к ему? Он умрет от водки за 5000. Он, кстати, говорит, я мосты и развязки строю. Нужный человек нам, нашей. Вот, пешеход, в темной одежде, света нет. Сейчас у меня Kia Sportage, на котором ну посадил. Ну и да, вот, спасибо. Это не Kia Sportage, это Ferrari. А, это Lamborghini Urus. Рабочая. Выдана нам. Рабочая лошадка. Какую выдали? Оп. Твою натуре, вы в натуре, Борис Данилович. Не я. Борис, Борис Гавнилович. Не я. Борис Гавнилович. Это Алексей Пердилович. Ой. Чего? Александр Александрович, наличка у вас имеется? Наличку не ношу. Борис Гавнилович, наличка у вас имеется? И у меня нет. А что ты хотел? Чтоб на чай, чтоб чаевые оставлять, когда будем в магазин заезжать, всякие кафешки. На чаевые, это нехорошо, мы живем в 21 веке, нужно каждому работяге на чай давать. Наша леди, ты думаешь, я так видеть что-то буду? Так тебе и надо видеть. Ааа, ебать! Конечно. Нас там, ага. Ой, конечно, заработал. С проводкой проблемы какие-то. Ну что ж. Мы с проверкой. Здравствуйте. Что будешь? Воды. Холодный. Александр Саш. Вся рука теперь мокрая. Сорян. Чё ты шляпку не смотришь? Тебя видят еще надо, у тебя денег нет. Иди на конкурента ворот. Подай мне, пожалуйста. Ты мороженое хочешь? На мороженое. Ты мороженое хочешь? Да. Только ему позволят. Если бы ты вырубил его сейчас на противоходе. Если честно, как будто хочется попиздиться с Горилычем, просто раз на раз выйти. Не вылезет. Ну, мне интересно, вот не надо, мне интересно, мне интересно, сколько я с ним вот именно, вот если он не будет подаваться, сколько я с ним простою секунд. Не, я никогда руками не дрался.
Я в детстве на забивы ходил. Лёш, ну прекрати. Все, пауком строились, блядь. На забивы с кем? Правый передний лапы всегда был. На забивы с кем? В детском садике у девочек игрушки отбирать. С фанатами. Чего, кей-поп? Да. Ну-ка, так. Да я поплатил. Да я уплачу. Но вы мне так должны за свои костюмы. 60 тысяч проехали. Кто должен? Угощай, ребята, говорю. Вот это ты кричал, да я угощу. Вот, я два галстука себе купил, 60 тысяч отдал. Что это такое? По 30 тысяч. По 30 тысяч галстуки. Скоро поедем на мопедах с палатками спать. На велосипедах. Ты на электросамокате, мы на мопедах. Да. Я на аренду возьму несколько дней ебанутейший электросамокат. И он сядет? Нет. Да. Я Саня, это мой первый бокал. Я Саня, это мой последний бокал. Что ты, сука, а? Папа, дура, ебаная, блядь. Тупорылая дура, блядь. Посмотри на него, нахуй, сбоку. Посмотри. С другого боку. Повернись. И вот это, ёб твою мать. Какой ты мудозвон. Три бесплатных химчистки сразу же идут. Чего? Ты если что, весь в кофе. Минус вайп. Бля. А чё ты рассчитывал? Бля. А чё ты рассчитывал, Гаилыч? Надо возврат сделать. Ну, если честно, бесплатная химчистка. Если честно, ей уже пахнет, да. Если честно, нормальный костюм, зачем его пофиг? В любой сударь отдать? Не знаю, это костюм донный. Вот просто вот кататься на мотоцикле и все. Чего? У него обычный костюм. Выглядит. Ты охуенно выглядишь, чувак. Охуеть, я дал 60 тысяч, что выебывается. Это мем костюм. 60 тысяч заплатил. Не знаю, дядь Лёш. Вы же захотели. Да мы отдадим тебе деньги. Мне не нужны бы твои деньги. Депутатские деньги хочешь? А кто не хочет, скажи мне. Ага. Возьми хотя бы влажный салфет, кофе выдай. Ну возьмите, мужики, ну помогите, я застрял. Чего? Где ты застрял? В рубашке. А пуговицы наоборот застегнул. Я в школу один раз пришел, у меня на две ступеньки вперед было вот так смещено, и вот так воротник торчал. Помогите, ну реально, ну вытри. Купи салфет. А вы в машине? Ну сейчас портки спадут еще. Ремень тоже твой используют, 3000 он стоит, блядь. Нарыгал, чел. Вот сижу бухая. Кая бросила. С Ютубом не получилось. И на Твиче перестали смотреть. И Суперстас больше в ролики не зовет. Горе у нас. Какое? Кая бросила его, написала. Да ладно, ничего. Девушка это приходящий и уходящий. Обесценил девушек. Не говори так. Отношения. Нет. Мы влюбляемся только один раз. А позже ищем лишь похожих. Помоги, дядь Леша. Ой, как задамажило всех. Потому что девушки это приходящие и уходящие. Реально? Там просто бунт поднялся. Ребята, не обижайтесь на правду. Во-во. Как и парни, вы для девушек приходящие и уходящие. Примеряйте это кто хочет и как угодно. Да. Ведь это факт. Все люди нахуй, люди все одинаковые. Каечка пишет, горилла приходящая и уходящая. Ты Каю оскорбил, Горилыч. Без сообщения еще есть входящий и исходящий. Кая, пока ты здесь, скажу тебе я, Саша не может. Какого хуй тиктокеров домой водишь каких-то, а красивых, которые круче, чем Саша, красивее и харизматичней, а? Еще раз, Кая, я увижу какого-то хуй знает что, как дома, и ничего не сделаю. Почему? Потому что не имею права. Во-первых, я не абьюзер, во-вторых, я не твой парень. И вот в одном из двух фактов я напиздел только что. Сами думайте, в каком. Жопа грязная? Ой, ну такая, не особо чистая. Дядь Саш, вы не там вытираете, надо вот здесь. Реально все почистил, как новенький? Да. Не, реально. Да, реально. Спасибо. Проблем не понял.
вот так выходит, он чистейший. Так чистая, потому что этот идеально. Стоп. Ткань. Но он сейчас начнет высыхать и начнутся появляться грязные вот эти хуйни. Не-не. Че, я хай? Я хай. Вол. Домой поедем? Мне нужно кое-куда. Куда кое-куда? Я знаю, куда. Да. Мне не к вишенке, вы не угадали. К сожалению, мне не к вишенке. Давай назад, Горилыч. Да я столько ездил. Ну, пожалуйста, ну, давайте, я тоже, значит, я столько ездил, блядь. Выйти. Давайте, по-мужски. Ну, он должен быть за рулем, в любом случае. Ничего страшного. Не хочу. Ты куда полез? Так ему нельзя за руль, если нас остановят. Не садись. Нет. Закрывай. Ну как после этого? Давай я просто на такси уеду и все. Закрывай, поехали. Нам полчаса стоит. До куда вы? До дома. До чьего дома? До нашего. Вот, да это, вот это просто стеняй стопы. Все. Давай, дядь Лёш, за руль. Нет, я... Иди. Дядь Лёш. Подставу хочешь устроить, блядь? Автоподставу, блядь? Поехали, Саня, тебе такой жесткий плюс рэп-чат выражает. Саня, ты как был, так и, ты как был, так и остался самым крутым из хозяев. Факт. Ты наш начальник. Ты неистовый свет. Ты глава хозяев, Саня. По поступкам, по словам, по действиям.